Добрый день, уважаемые зрители. Сейчас я покажу вам, как установить Open Journal Systems. Для этого нам понадобятся установочные файлы Open Journal Systems, которые можно скачать с официального сайта. Ссылка в описании под видео. Мы предварительно скачали последний релиз 3.0.2, переархивировали его в формат zip и залили на наш хостинг Ukraine.com.ua. Вот вы видите файлы самого движка Open Journal Systems. Вот архив, который мы использовали. Можно удалить. Есть. Теперь нам нужно дать права доступа для следующих файлов и папок. Заходим в папку кэш. Вот. Папка db, кэш и compile. Мы даем им права доступа 755 и рекурсивно назначаем всем поддиректориям. Сделано. Теперь опять папка кэш, все. Папка public и файл config.php. Тоже 755, но без рекурсивного. Есть. Теперь здесь нам нужно создать папку files. В этой папке будут храниться файлы PDF статей вашего журнала. Папка создана. Хорошо. Переходим к установке. Ссылка для входа в установку будет тоже в описании под видео. Здесь вместо вот этого адреса ваш личный и хвостовая часть. Вот, собственно, установка. Рекомендованные системные требования видно. И прединсталляционные шаги. Это то, что мы с вами права доступа назначали. Везде стоит есть. То есть, если бы где-то забыли поставить 755 доступ, вас бы в этом окне уведомило. Переходим к заполнению. Это мы создаем учетную запись администратора для входа. Дома username, password. Все понятно. Электронная почта. Тоже ясно. Primary local. Язык по умолчанию. Мы выбираем с вами русский. Additional local, дополнительный. Ставьте сколько хотите, мы выбираем только English. Кодировки. Везде ставим UTF. Папка для загрузок. Это та с вами папка, которую мы создали. По идее, по умолчанию она должна у вас прописываться сразу правильно, но мы вносим некоторые коррективы, поскольку мы сделали нашу JS на подобии. То есть это вам прописывать не надо. Вот этот ваш исходный будет адрес. Так. База данных. Мы предварительную базу данных создали, чтобы сэкономить время. Имя базы данных можно такое же указать, как и username. Обязательно, если вы создали предварительно базу данных, убрать галочку Create New Database. И нажимаем Install. Ждем, пока установится. Обычно это секунд 5-10. После чего мы видим экрана об успешной установке. Нажимаем Login. Вводим имя пользователя, пароль, который мы ранее ввели. И все. Система Open Journal Systems установлена на хостинге. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Спасибо. Всего доброго.